Всем привет! Сегодня, возможно, будет грустное видео, возможно и нет. В этом видео я бы хотела показать и рассказать, как же за полтора дня я набрала 50 с лишним там подписчиков. Возможно, некоторые друзья даже говорят, что это читерство, но могу вам сказать, нет. И они вообще со мной теперь не дружат и думают, потому что я читер и накручиваю все подписчиков. Вот. Сегодня кратко о том, как я заработала за полтора дня вот такое количество. Было у меня мало подписчиков. Приложение называется Fast Relay. Да. Возможно, вы скажете, очередная накрутка. Нет, друзья, это не очередная накрутка. Это сайт, на котором я за полтора дня заработала 50 подписчиков. В нем, конечно, вы должны чуть-чуть потрудиться, а как же, но сайт работает. И больше миллиона пользователей заработали тут даже, ну, по 32. Вы видите, сами в этом убедитесь. И да, друзья, опять же говорю, никакая фигня, не фигня, там, не подписки, не накрутки, это реальные подписчики. Вы просто там зарабатываете баллы. Хотя я половину подписчиков там еще заработала там. У меня были подписчики, но один сайт мне один человек порекомендовал сайт. Вот. И он сказал, типа, это офигенный сайт. Очень хорошо, короче, на нем это, но не прокатил первый сайт, вот. И потом. Позвучит такое чудо, мне один человек написал, типа, ну, это фильм у тебя хороший, как бы, ну, аудитория хорошая, и, как бы, я хочу тебе помочь в этом, вот. И скинул мне, опять же, в сайт, это фрилайк. Я говорю, что-то знакомое. Я раньше была, была еще нубиком, можно так сказать, в этом. Но вот сегодня вы видите результаты, я могу сразу сказать. Подписчики настоящие, это не накрутка. Если бы это была накрутка, они бы уходили. Но держатся уже полтора дня. Могу сказать, в воскресенье видосов не будет, но я говорила, я уезжаю завтра. Вот, друзья, я уезжаю. И это как бы такая вот печальная новость. Я хочу сейчас показать вам аудиторию мою. Вот, друзья, сейчас 49 подписчиков. Ну, у меня сейчас... Подождите, дайте я перезагружу на компьютере. Да, возможно, будет отписываться подписчик когда-то, ну, на канале. Да. Но 49 подписчиков — это хороший результат. Меня, друзья, обвиняют в читерстве, но специально для них я вот, как бы, начал уже заводить топовый контент, делать вот такие видео. И сделала даже для... Данила, вот такой вот интро. Смотрите. 13 просмотров. NLKick ставит мне дизлайк. Вот отписывайтесь от него, реально, придурок. На самом деле, вот сейчас просто завязать, но нормально монотопило и 720. Очень хорошо. А вот это вот я для себя. Кстати, я делаю интрухи для на заказ, запросите. Это будет стоить, ну, не знаю, наверное, мы с вами договоримся, но они будут стоить очень мало. Тем более, вот, в любую тематику. Вот закажите, например, Майнкрафт тематику, сделаю Майнкрафт тематику. Это будет очень стоить мало, и если договориться, могу даже сделать бесплатно. Вот моё интруха. Ну, я думаю, сделать ее еще можно будет покруче, там. Мне дизлайки ставят постоянно вот на этот, NLKick. Я реально приду. Как по мне, так идеальные интрухи. Я вот раньше делала такие придурочные, ну, вот смотрите, вот просто такие. То есть 240 и даже 140 бывало, но
видите, каких я хороших результатов сейчас добилась. И просто вот машинная тематика, любая тематика, но она не доделана чуть-чуть. Интруха вот эта. Сейчас. Ну вот, просто это короткая интруха была. Вот, друзья. Всем пока-пока. С вами была Изата Ковалева и просто Ковалева Плей. Всем пока-пока. Удачи и пока.